Свежие утренние кадры из Ингушетии. Там собирается митинг против распространения карикатур на пророка Мухаммеда. Важно отметить, что расправу в редакции французского «Шарли Эбдо» участники акции решительно осуждают. Но высмеивание религиозных святынь считают недопустимым. Тем временем, после пятничного намаза, масштабный протест в Алжире, были даже столкновения с полицией. Тысячи оскорбленных карикатурами на пророка шли по улицам, в том числе и с табличками «Жесуи Мухаммед», то есть не «Жесуи Шарли», я Шарли, а я Мухаммед. Слезоточивый газ и водометы пришлось применять и полиции Пакистана. Это произошло после того, как разгневанная толпа двинулась в сторону французского консульства в Караче. В Европе тем временем растут антиисламистские настроения. Вот уже в Праге у входа в канцелярию президента Земана сотни человек требовали остановить массовый приток мигрантов в Чехию. Участники вспомнили жертв терактов во французской столице, естественно.